поиски 14-летней Эбби Картер продолжаются на озере Филлипс и в окрестностях. Семья видела ее в последний раз днем 25 ноября, когда она бесследно исчезла со своего участка. «Я слышу песнопение, говорение на языках. Честно говоря, это пугает. Мистер Картер крайне суров, строг. Грех повсюду, сынок. Пока мы не очистим мир, невинные будут умирать ужасной смертью. Я хочу найти сестру, а не избавлять мир от зла. Они будут изгонять бесов моим именем. Изгоняйте бесов именем моим».